Раз, два, три. Фух, всем привет, канал RusFPS, и, естественно, по названию вы уже догадались, что у нас сегодня будет продолжение всей этой... Я не знаю, как это назвать, сегодня у нас опять Франция, начинал с Франции, садится играть, и опять Франция. Надо, естественно, сохраниться, я не сохраняюсь, естественно, я это не переигрываю, сразу же играю, 5 минут мастер. Вот, можно так... Таблицу я вам должен еще сейчас показать, потому что, ну, чтобы у вас информация, мы на втором месте, но французы проиграли испанцам, они взяли 3 очка, и нам уже просто, я не знаю, у них, кстати, дефицит голов, минус 1, поэтому мы их опережаем. Сегодня в белой поиграем в форме, и нам нужно кое-кого поставить сейчас. Сменить. Кто у нас в огне? В огне у нас Павличенко. Это раз. Потом Измайлов. И, как мы помним, Симак у нас хорошо себя показал. Лосков. Смертин. Вместо Смертина поставим кого? Правильно. Алдонина. Вот. Ну и Аршавина. Я не знаю, может вместо Киржа поставить. Че бы и нет. Поехали. У него, кстати, тоже поставлен удар. Очень хорошо он с правой так лупил. Ну, это Франция, это раз. Во-вторых, нам нельзя расслабляться. И, в-третьих, нужно сразу же забрать мяч под свой контроль. Вот. По-моему, их уже, да? Да, их. Здесь мы закрываем, и им ничего не остается, кроме как идти вперед. Ничего себе. Жилет лучше для мужчины нет. Мяч наш. Все. Это уже хорошо. Так. Вратарю отдал. Все, окей, окей, ты пока туда беги. Хорош, хорош, пока что все нормально, но на острие прям играем очень опасно. Оп. Оп. Ну и тут корпусом заломал меня, отдал вратарю. Там вынос, можно попробовать выиграть вверх, но не получается. Разыгрывают, я не знаю пока, как это комментировать, тут какой-то бардак на поле, если честно, происходит. Вот, и мы, по-моему, сейчас закончим. Ой, сейчас я слошарил. Фух, Анри же, ё-моё. Так, нам нужно поменять защитников, по-моему, да? Да. Вместо щенников же у нас... А, Березус и у нас центральный. Все правильно. Все, вот теперь можно уже спокойно играть. Вот. Сюда. 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 Так, и твоя задача. Твоя задача. Ничего себе, они так чисто играют. Это прям вообще. Так, не успел, не успел, не успел. Не успел, не успел, не успел. Так, сюда. Ты пока забегай туда. А ты сюда. А ты в я не знаю. С ума сойти просто. Ну, это уже лайк. Это уже лайк. Это сумасшедший гол называется. Против Франции. Против Франции сумасшедший гол. Ну, конечно, помог отскок, но я и не сомневаюсь. Ой, тьфу, я и не знал, что получится забить. Смотрите, тут отскоков никаких нет, да? Нету. Блин, ну, я не знаю. Я думал, куда-нибудь... Ну, рандом, рандом, но приятный рандом. Сейчас нужно, естественно, это преимущество оставить, не уменьшать и желательно бы увеличить. Вот, сюда, Измайлов. Я уже играю просто 4-й матч, я уже устал это все делать. Вот, Измайлов. Мы не на скорость играем это все дело, правильно, а на позиционную игру. Поэтому нам не нужно никуда... Бежать мы все... Ой, сам слошарил. Столько владел мячом, и тут бац, и перестать им владеть. Ой. Зидан. Пока тоже не знаю, как это комментировать. Тоже какая-то катавасия происходит. No! Это Виера, кстати. Смотри, что делает. Акинфеев хорош. А вот сюда мне, пожалуйста, да, отдай. Окей, спокойно, а можно вот так, а можно вот,
Да, можно, все можно. Так. Окей. Смотрите, что мы творим, а? Что мы творим? Это вам не FIFA, ребят. Так. Ну и под конец, в завершающей стадии, естественно, не хватило последнего паса. Может быть, двух, но мы ведем. И это радует. Вот, у нас, правда, проблемы там со стаминой, но ничего страшного. Владение, кстати, у нас. И удары по цели 1-0, а у нас 1-1. Найс. Едем дальше. Вот. Я, конечно, могу, знаете, как сделать. А мне вообще пофиг. Давайте, бегайте за мной. Вы подумали, что я их хочу просто потравить и подержать время? Нет, я хочу их оттеснить на свою половину, чтобы потом контратаковать. Вот, ну давайте, что вы можете-то? Кто, лягушатники какие-то. Ну чё, о, все. Мяч забрали, все, значит, ГГ. Рибери, кстати, очень быстрый, но все-таки 1,70 м. Поэтому я его быстро съем. Ням-ням. И начнем нашу атаку. Ой, что это за пас такой? Забросики. Я не знаю, что они думают, когда забрасывают, но там же шансов ноль практически. Не знаю. Вот. Не знаю, у меня слова не вяжутся, потому что, ну, я не знаю, как это комментировать, пока что скучненько, и я начал потихоньку ошибаться. Вот. Давай-ка за шиворот. Давай! О, хорош, хорош, сейчас сохранить. Сохранить. Опять не туда пас отдал. Не туда пас отдал и даже не смог инвалидом сделать одного из игроков. Вот. Ну, Франция хорошо играет, он что-то атакует. Ой! Все, да. Блин. Ну, это Анри. Это Анри. Кстати, у меня там был последний защитник, видите? Вот, и я за него очень хреново сыграл. Ну, а Анри... Ну, это Анри, что еще тут можно сказать? Без комментариев. Да. Вот, главное сейчас, чтобы не лагало, и может я что-нибудь еще постараюсь сделать. Сделать. Все бежим в атаку. Все бежим в атаку. Все бежим в атаку. Смотрите, как обошел же, двоих обошел, но Зидан не дал себе обыграть и корпус поставил на... Да ладно. Ну только без карточек. Все. Кстати, 78-я минута, нужно подумать о заменах, потому что против Франции с такой-то стаминой играть, ну, не круто. Это раз, во-вторых, в-третьих, Керш, в-четвертых, надо заменить вот сюда. Можно играть дальше. Фух. Оказывается, я только два заменил, я думал три. Чего страшного, сразу вынос, это раз, сразу взять под контроль мяч, взять под контроль банк, мост, телеграфную станцию и мяч. Вот и все. Не знаю, он сейчас хочет... Вот, да, как он прошел вот этот пас, я не знаю, если честно. Вот. Но нам хотя бы нужно удержать ничью. Это просто, я не знаю, обязательно. Потому что, ну... Потому что пас хреновый. Да. Поэтому... Вот. Куда он отдаст? Ну куда? Естественно, сюда. Естественно, он сюда отдаст. Естественно, Не надо. Не надо. Что это было такое? Что? Это наш мяч. Так. Все, матч закончен. Да, я надеюсь, он уже закончен. Давай, уже конец. Конец. Обыграй его. Еще последняя атака. Нам даже дают шанс на последнюю атаку. Давай. Оп. 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 Нет, все. Все, он сейчас вынесет или отдаст пас, а потом уже вынос. Или нет, или да, или все да. Конец 1-1. Почему-то за голову держится наш игрок. Не знаю, ну, такую, конечно, победу просрать еще бы нужно постараться. Да, сейчас мы посмотрим опасные моменты. Мне тоже самому интересно, что я вообще за это время сделал. Вот Анри. Кстати, реально опасная была атака. Вот. Вот. Ты гениально, Павлюченко. Это гениально. Я не знаю, как... Пфф, круто.
Это реально классно было. Ну и Анри очень простыми обводками обошел вообще. Спокойно. Вот, ну, Франция на мастере 5 минут, я думаю, нормально. Вот как раз таки игрок матча у нас Павличенко, и нам остается сыграть последний матч. Сейчас мы посмотрим. Что? Мы посмотрим. Мы посмотрим таблицу. Вот, смотрите. Победа, поражение, ничья, ничья, ничья. И вот сейчас мы узнаем, посмотрим информацию, рейтинг квалификации. Вот. Видите, у нас шетичков, у них 8. Фу. Только победа, я так полагаю, да. Только победа. Ну что, встретимся в следующей серии. Хотел я сказать, но нет. Мы будем играть сразу же. Нет, серьезно. Мы будем сейчас играть. Это была такая задумка, честно. Вот. Ну и... Насчет замен у нас... Вот Сычев. Сычев выздоровел. И вот сюда. И вот... Пока Измайлов, потом, когда устанет, заменим. Все, сразу же. Фух. Оле, 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 оле. 19 градусов, дождь. Это нам может сыграть как на руку, так и нет. Вот. Ну, короче, на деревне у бабушки играем сегодня. Вот. Лагов нет, это хорошо уже. Так. Сюда. Окей. Только без таких вот этих. Без таких, без таких. Вот. Все. И беги. Беги, плиз. Тебе нужно только пробежать, отдать пас и пробить 1-0. Сразу же начинаем. Ну. Вы думали, я сразу же следующую серию? Нет, сразу же записываем все это дело. 1-0. Слета. На секундочку, сложнее бить слета. Пуф. Киржаков это, по-моему, да? Плотный поставленный удар. Ой. От кого, от кого? От него? Ну, Пуёль, конечно. Или кто это был? Подождите-ка. Киржаков, да. Против Испании. Даже он отлетел от сетки. Ой, классно. 1-0. 1-0. Вот они уже поплыли. Уже видно. Уже видно, что поплыли. Да видно, видно все. Не надо притворяться. Мы уже видим, что вы плывете. Так, все, окей. Измайлов. Обратно. Анюков. Сюда. Вот там. Да, там есть. Там есть возможность для паса. А вот вы открылись. Ой! Нет, на самом деле хреновый удар, но мне интересно посмотреть, чтобы я мог сделать другое. Вот. Вот я отдал сюда. Да, удар хреновый. Очень. Причем. Видимо, посечь получилось. Не знаю. Вот, да и расстояние очень далекое. Вот мы уже на их половине, так скажем, обосновались, хозяйствуем. Сегодня у нас фраза дня будет. Вот. Фух, пока... Ну, они катают, они издеваются специально, но это же время-то не на них играет, а на нас. Правильно, правильно. Все, играем дальше. Вот я обыграл. Ой, опять не то. Опять не то. Опять я забыл поменять. Все, теперь можно играть. Можно? Можно. Все. Давай. Березуцкий бежит в атаку. Где вы еще такое увидите? С его корпусом. Но! Все, да. Добегался. Причем устал еще, наверное, он там, да? Ой, не туда. Ой, не туда. Перехватить. Ну, они опять вот со своими пасами. Не очень приятно играть. Вот с французами не, по крайней мере, атакуют. А тут ну, непонятно, ну что они делают. В руки. Все, спокойно. Спокойно. Наш мяч, наш мяч, наш мяч, наш. А, вот давайте я ни разу не выносил. Ни разу, вот вообще честно. Сейчас попробуем это все дело сделать. На, Иньеста. Ой, еще с волосами. На, заигрался он там слишком. Вот Лосков, у него владение хорошее. Да, но пасы очень хреновые.
назад не отдашь. Правильно, правильно, правильно. А нет, отдал. О, все, все. Goodbye, motherfucker. И просто пробей. Просто про... Это кто был такой? Держи. Серьезно? Забил победный, считай, почти победный. Ну, отдавать пас было, ну, глупо, потому что, ну, сам решай. Извини меня, но решай сам. Я нажал очень, прям вот так вот нажал. Я не знаю, почему не забил. Фух. Сейчас перерывчик будет, отдохнем немножко, пивка попьем, шутка. Вот, все. Вынос. По выражению Пуёля можно понять, что он облошарился сегодня. На 5-й минуте мы забили. На 5-й. Вот. Тем более, эта минута, она игровая. Пока что никому не нужна скорая помощь, поэтому мы никого не заменим. Фух. А концовка? Нам нужно, по крайней мере, удержать счет всеми возможными способами. Если мы берем 3 очка, то это значит, что мы... Так, куда побежал? Это... Давай красную, что хочешь, давай, и мне уже вообще пофиг. А, это первый yellow card, значит, нам ничего плохого не светит. Все, ну, если вот так же будет, я буду только под катами, потому что, ну, любой ценой, правильно? Правильно. Вот. Все, спокойно. В руки взял. Вы там... Да, все. Туда. И Киржаков должен выиграть этот верх. Да, должен выиграть, но хреново как-то он это выиграл, все. Вроде выиграл, вроде нет. Так. Куда побежал? Это... Не знаю, игрока по имени Фила, вот честно. Ничего о нем не слышал. Если честно, из всех игроков, которые здесь, я знаю только Хави, Иньесту, Пуёля и все. Тут Пике, по-моему, уже нету. Да, он еще не вырос. Еще в Манчестере, по-моему, там играет. Вот. Ой, серьезно, что я сделал? А, Рауля знаю еще. Все, да. Больше никого не знаю. Так. Ну, кто-то будет забегать, нет? Аршавин? Твой шанс. Это твой шанс. Еще один. Ну серьезно, что ли, а? Ну что это? Ну это не серьезно. У вас ноги. Ну. О их кривости ног я уже не сомневаюсь, мне кажется. Давай. Сюда. Good progress. Good progress. Выносят. Ну, самое главное, что мы атакуем, а это лучшая тянучка по времени. Атака. Вот. Ну вот, зачем я это сделал? Ну, давай, хорош. Правда, мяч уже не наш. 75-я минута, и нам нужно держаться до последнего. Если вы думаете, что это так легко, это нифига не легко. Сейчас он отдаст вратарю. И что? Да, вынос. Окей. Так, нам, наверное, нужна помощь. Ёб твою. Так, ну, во-первых, естественно... Ты пока остаешься, ты самый главный игрок. Вместо Березуцкого у нас Игнашевич. Ну и далее по списку, пока никому. Так. Ну окей, ладно. Ладно. А то еще травму получит, и потом мы уже ничего не сможем сделать. Это раз. А два, это то, что. Так. Сюда. И так. Где? Вот здесь. Все. Идеально. Идем дальше. Но прежде чем идти, нужно вот так вот заменить. Все, теперь можно идти дальше. Поехали. Теперь испанцы атакуют. Им нужно забить один гол, и они уже все, и они уже выходят. А нам нужно что? Нам нужно только продержаться. Хорош. Туда. Ой. Опасно. Опасно! Ну что? Фу! В руки взял. В руки взял. Спокойно. Фу. Да, вот туда. Направо. Сюда. Сюда. Вы не подумайте, я сейчас не тяну время.
Я ищу вариативность для атаки. Варианты, так сказать. Вот. Пока за шиворот. Беги туда. Тебе просто нужно... Да, все, наш мяч спокойно. Рамос там добегался, так сказать. Наш. Наш, сохрани. Ну, да, все, угол, угол. Все, мы уже прям вообще доминируем, унижаем. Испанцев на секундочку. Давай, это твой шанс. Это твой шанс! 2-0. Под конец тайма. С испанцами. Я просто не знаю, как это комментировать, но это хорошо, что я забил. Это просто прекрасно. Я думал, он меня съест. А раз он меня не съел... Видите, я в последний момент оторвался. Вот. Перед ударом. Смотрите сейчас. Значит, это кто? Это Измайлов у нас, вот. А кто его? Хави! Ну ты даешь, мужик, да. Угу. Вот видите, он в последний момент... Все, в последний момент отошел от меня и за шиворот. Все, до свидания. 2-0. Классно. Классно. Скомпоновал два матча в одном видео. Киржаков на 5-й минуте, Измайлов на 90-й. Все, все, бухаем, пацаны. Yeah. Пиво за мой счет. Так, с фокусом проблема. Все, нормально. Вот первый гол. Абсолютно сумасшедший. Просто абсолютно. Я хочу посмотреть моменты. А потом уже мы посмотрим, что куда мы там дальше идем. Куда мы дальше... Вот Аршавин. Вот. Или это... Нет, это Кижаков был. Казалось бы, просто забить. Но нет, нужно просрать этот момент. Так, это у нас кто? Это мы нарушили здесь, да. Вот опасная ситуация. Но спокойно. Это уже... Ну, тут пас. Ну, кому отдавать тут пас? Ну, кстати, можно было вот сделать так. Потом так и пробить. Но это уже долго. И Измайлов. И Измайлов. Хорош. Хороший удар с левой ноги поставлен. Вообще. Классно. Все. Сейчас самое главное. Ну, и статистика. 5 против 3. Владение против испанцев. 56 на 44. Ну, о чем это говорит? Ну, это... Профессионализм, пацаны. И сейчас решится самое главное. Идем мы туда или нет? Но мы вроде должны... Да, вот Измайлов как раз. Play-off group league. Так, то есть мы до этого... Я ничего не понял. Подождите. То есть до этого мы играли. И еще сейчас должны играть. Ну, мы попали под группу. Группа 1, группа 2. Есть группа 3, группа 4. Там я не знаю.